Ребята, всем привет! Я очень рада видеть вас на своем канале, и сегодня будет долгожданное видео по маловарению. Но перед этим хочу сообщить вам две новости. Первое, на моем канале 100 тысяч подписчиков, и я вам просто безумно благодарна. Я очень рада, мне приятно, что вы нашли мой канал, что вы подписались на мой канал, и что вы до сих пор остаетесь со мной. Также большое спасибо, что вы оставляете ваши приятные, положительные комментарии. Я все-все-все читаю. Ваши комментарии еще больше меня вдохновляют на съемку новых видео, и также обещаю в дальнейшем, что видео вот именно по маловарению будут выходить чаще. Я буду очень стараться, потому что знаю, что вы любите подобную тематику. В общем, большое-большое всем спасибо. И вторая новость. Я хочу провести конкурс, где разыграю мыльный наборчик, но о условиях конкурса вы узнаете в конце видео, так что смотрите его до конца. И сегодня будем делать с вами очень красивое и необычное мыло. Я эту форму ждала с большим нетерпением. Это такая чашка. Вот это одна форма. Видите, какая тут миниатюрная ручка, кофейная чашечка. И такое вот блюдце. Кстати, если вы захотите заказать подобную форму, если вы так же, как и я, занимаетесь маловарением, то могу вам дать подсказку, переходите в мою группу ВКонтакте, там есть вся информация. Я делала где-то раз в 2 месяца совместные заказы с оптового сайта. Можете ко мне присоединяться, если, конечно, вы живете на территории Украины. Я делаю заказ и потом почтой вам отправлю формы. Еще мне понадобятся вкусные одушки, я выбрала топленое молоко и мед. Также понадобятся красители черные и коричневые, хотя черного можете не брать. Вот как вы видите, в стаканчике я уже нарезала белую основу, но еще понадобится прозрачная основа и такая вот форма по желанию. Дальше вы видите, что я буду с ней делать. Чтобы растопить такое количество основы, а здесь приблизительно 30 грамм, у меня ушло всего лишь полминуты. Я добавляю одушку мед, потому что чашка и блюдце должны иметь приятный вкусный аромат. На форму нужно обязательно надеть резинки для того, чтобы основа не вытекла через вот этот вот разрез. Сначала заливаем чашку. Немного наклоню форму в ту сторону, где находится ручка, и продолжаю дальше заливать. Убираю пузырьки с помощью спирта. И теперь заливаю блюдце. Мыло уже застыло, снимаю резинки. Вот так вот. Смотрите, какая уже виднеется ручка. Теперь надавлю на низ формы. Можно даже ее вот так вот вывернуть и аккуратно извлекаю чашку. Готово. Теперь достанем блюдце. Вот такая вот получается красота. Теперь покажу вам еще одну мою форму. Значит, тут есть орешки, вот кофейные зерна, долька мандарина, палочка корицы и звездочка аниса. Прикольная форма, я ею еще ни разу не пользовалась. Сейчас расплавила немного белой основы и несколько кубиков прозрачной. Добавляю краситель. У меня есть такое вот тесто. Думаю, что цвет орешков должен получиться как настоящий. Так, посмотрим. Беру нашу чашечку и процарапываю ее. Вот
Орехи уже застыли, начинаю их извлекать. Мне самой интересно, что получится. Смотрите, какая прелесть. Так, эти практически два одинаковые. Теперь достану зерна кофе. Довольно-таки правдоподобные. И звезду аниса. Вот такая вот красота. Теперь хочу добиться эффекта пенки. Для этого беру свой мини-миксер. У меня обычный китайский вроде бы. И начинаю взбивать основу. Теперь возьму картофельный крахмал, мне понадобится совсем немного, и начинаю аккуратно посыпать сверху наше кофе. Вот такая вот получилась чашечка ароматного кофе с запахом топленого молока, очень-очень вкусно пахнет. Сюда я еще решила добавить звезду аниса, вот она. Давайте посмотрим со всех сторон. Но разве не прелесть? Вы только посмотрите. Если вам нравится, то обязательно ставьте пальчик вверх. Но это еще не все. Я приготовила еще одну чашечку ароматного капучино. Вот она. Чашка и блюдце выполнены из прозрачной мыльной основы. То есть мы можем видеть все содержимое. Мне кажется, это очень прикольно. А вверх я посыпала также крахмалом и немного добавила какао. И, кстати, заметьте, здесь настоящее кофейное зерно. А здесь мыльные зерна. Знаете, мыльные зерна мне, наверное, даже нравятся больше. Напишите, какая чашка вам понравилась больше, прозрачная, белая или обе. Также напишите, хотели бы вы еще видеть видео с такими чашками, только уже с другим содержимым. Например, с ягодами. Ну, в общем, я могу придумать что-то интересное. Жду ваших комментариев. Теперь расскажу вам о конкурсе. Победитель получит одну из ароматных чашек кофе на выбор, белую или прозрачную. Также в набор будет входить такая вот сочная, аппетитная, ароматная клубника, как символ этого лета. Что вам нужно сделать? Условия очень простые. Вы должны быть подписаны на мой канал, поставить лайк видео, также подписаться на мою группу по маловарению ВКонтакте, потому что результаты конкурса я буду объявлять именно там. И оставьте, пожалуйста, один комментарий под видео, в котором укажите страничку на свою страничку ВКонтакте или ID. И также ответьте на такой вопрос. Как давно вы уже подписаны на мой канал и какое видео посмотрели первым? В общем, всем желаю удачи в конкурсе. А с вами была Юля. До встречи в новых видео и всем пока!